Система «Прозорый офис», когда все видно, все открыто, отдельные потоки, разделенные потоки, потоки приема документов, выдачи документов готовых, обработанных, выдача биометрических всех и прописки и всех документов. Это все будет в системе «Прозорый офис». Центр административных услуг Суворовского района. Поэтому крайне необходимо закончить начатые работы, и Суворовский район, жители Суворовского района получат совершенно новую систему обслуживания, хорошую качественную услугу, то, что должна делать власть. Мы это сделаем.